снова бросок гранаты. На этот раз игрок команды Invincible Moskin четко использует способности Павиана и не оставляет ни единого шанса команде Психи. Оставшись один против трех игроков, его крутые передвижения и индивидуальный скилл, а также стрельба высочайшего уровня обрекает врага на гибель. Он отошел, Стреливать с психами, а их с фланга обходит трое по большой дуге, и они могут укурить. Нет, увидели 100%. Периферийное зрение у Мерса. Стрипага, и сейчас ЦР могут топ-1 взять, и они берут топ-1, они выиграют.